На самом деле, вот эта вот ассоциация, может, когда-то вот кто-то переведет на английском, чтобы знали, это такой useless вообще, такая тема. Чтобы вы понимали, один раз чувак с ассоциации договорился с нами что-то поговорить, наготовиться. Мы 3 дня, ладно, 2 дня мы с ним договорились, и он не приходит. Моя команда не хочет разговаривать с этим типом, потому что они как будто этим пользуются, знаете, вот этой всей темой. И мы приходим и ждем 20 минут, и чувака нету. И они там что-то решают, придумывают, блядь, с игроками связываются, какую-то, блядь, дичь делают. Вот почему мы тоже были против того, что выкладывали voice коммуникацию. Потому что последний раз один из аналитиков, не буду говорить его имя, он сказал мне на последнем бласте в Лондоне, когда мы играли групповую стадию, что все voice коммуникации слышат аналитики и другие люди в бласте. То есть они слышат каждую команду, переводят, у них есть переводчики, и знают всю инфу полностью. Полностью всю инфу они знают. И потом эти аналитики становятся тренерами или менеджерами других команд. Я, конечно, не говорю, что они какую-то инфу забирают там, да, или пиздят себе, но это неправильно и некрасиво. И игроки написали, типа, мне написал Apex, кстати, мне написал. Все, говорит, команды согласны на то, чтобы дать им условия, чтобы не записывалась voice коммуникация и не отправлялась всем рандомным людям. И вообще, как это КСПА, блядь, ассоциация? Что? Как вообще она, блядь, причастна? Я не понимаю. Пиздец, я свою сейчас группу, блядь, создам. КС, CIS ассоциацию. Вступите, блядь, все туда. 1 000 000 человек будет. Будем, блядь, решать вопросики. Ну реально, типа, они делают какие-то вещи, да, прикольные. Но как будто, знаете, в чем-то есть подвох вот таких вот групп. В чем-то, блядь, как будто что-то не так вообще. И там, например, какие-то типы, вот этот пост вышел, там один лаундер сказал, что капец, они типа правят вашим мнением, или что они вам там наговорили, или они хотят какие-то деньги, я не помню, как он правильно написал. Я говорю, нет, я просто, если все команды согласны, то, блин, то чё нам не согласиться? Я не хочу, чтобы войс коммуникацию выставляли. Там помимо стратегий и всего прочего, там есть и мошна, и наоборот хорошие ситуации, и какие-то шутки. И о них знают какие-то люди. Сейчас уже они сказали, что они будут знать только судьи. И это типа будет письменно проговорено. Но до этого. Ну представьте, я вам дам пример. Есть СНГ аналитики, комментаторы. Есть английские аналитики, комментаторы от Blast. У этих есть информация о всем, о том, как команда общается, насколько они четко говорят информацию. Может, они нервничают, может, они кричат, может, они ссорятся. И они могут аналитику составить намного лучше. Правильно? А СНГ не знают эту информацию. Наши ребята не знают ее вообще. Я не говорю, что это сейчас, но в последний раз, когда мы играли Blast на лане, помните группа там, где мы еще Астралисов выбили, камбэк на Инферно сделали, и потом Виталити тоже выиграли, и Комплексити за первое место. Вот тогда 100% я знаю, что эту инфу слушали аналитики. Не, не даю, я просто решил объяснить, чтобы не было каких-то других вопросов. Типа, и вот отчасти, да, и отчасти, из-за того, что вот мы согласились, мы из-за этого играли игру там в 3 часа ночи, матч у меня закончился.